привет! С вами Ярославна Громакина, канал «Наши дети». И вот сейчас мне прислали подарок от компании Nestle. Это Nandri Organic. Посмотрите, какая огромная коробка. Ее потом можно использовать под какие-нибудь женские штучки. С крышкой, очень удобная. Так, что у нас лежит внутри? Nandri Organic, новый взгляд на детское питание, да? Птички. От лица компании Nestle и команды бренда благодарим вас за участие в акции. Nandri Organic – это первое органическое молочко для малышей, вдохновленное первозданной природой швейцарских Альп. В основе рецептуры Nandri Organic – органическое молоко, которое отбирается по специальным стандартам. Соответствие молочка строгим требованиям к органическим продуктам подтверждено международными сертификатами НАСА. Так, что у нас есть? Так, здесь такая упаковочная штука, чтобы не тряслась наша посылка, да? И внутри у нас лежит вот такая молочная смесь, детское молочко с 12 месяцев. Как раз в год и две недели я перестала кормить грудью ребенка. Решила принять участие вот в акции, попробовать Nandri Organic. Так, из органического молока, чистой рецептуры, без пальмового масла и КМО, международная органическая сертификация. Очень красивая банка, видите, вся такая какая-то металлическая, что ли, блестит. Напиток молочный, сухой, для питания детей старше 12 месяцев. В принципе, дозы такие же, как для обычной смеси, на 210 мл воды, 7 мерных ложечек. Количество кормлений в день 2-3. Как готовить нарисовано у нас, да? Ну вот так, что тут у нас еще есть? А, у нас здесь есть такая крышка. Давайте попробуем открыть ее. Так. Вот здесь лежит ложечка мерная салатового цвета, и вот так у нас открывается, да, молочко. Раз, и дергаем вверх и открываем, да. Ну, пока мне все нравится, подарки получать приятно. Упаковка красивая, все понятно написано. Слушаем смеси, я расскажу вам, какие у нас были результаты. Всем пока, с вами была Ярославна Громакина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк.